В России прошел сертификацию новый электропоезд отечественной разработки ЭП-2ДМ от Демиховского машиностроительного завода. Проект курирует Transmash Holding, причем к нему дополнительно привлечено около 80 российских предприятий. Главной особенностью является то, что было решено отказаться от импортных компонентов, которые в прошлой модели ЭП-2Д насчитывалось около 180 позиций. Кроме того, за счет пересмотра конструкции было обеспечено дополнительное пространство в купе, а в салонах установят ЖК-экраны, удобные поручни и точки доступа к Wi-Fi.